Приветствую тебя, зритель. Добро пожаловать на наш канал, где продолжается прохождение игры Dark Souls. И в прошлой серии произошли очень-очень странные вещи. Когда Сирано вырвался из чумного города и вернулся сюда, к Храму Огня, хранительницы внизу нету, на месте только ее труп. Костер погас, и Сирано... Да, совершенно не понимает, что с этим делать, но... Что ж, постараемся разобраться. Для начала осмотрим одежду этой хранительницы. Что может она нам рассказать? Не туда смотрим. Да. Тусклый капюшон, который носят хранительницы в Храме Огня. Считается, что когда-то это был белый женский капюшон, но за годы он потемнел от дыма и золы костров. И перчатки, которые также потемнели за годы от дыма и золы костров. Ну то есть, получается, все это время эта хранительница находилась здесь и только и делала, что поддерживала этот костер. Белая юбка, но ее настоящее происхождение скрыто под пятнами крови. Может быть, ее бывший хозяин был избит при попытке бежать. То есть она пыталась спастись бегством, но ничего у нее не получилось. И посмотрим, что еще мы нашли. Мы нашли маску хранителя. Маска колдунов, которые прибыли в Новый Лондон, чтобы запечатать темных духов и четырех королей, павших во тьму. Символизирует их решимость вечно охранять печать, а также искупление грехов павших. Однако двое из тех, из трех колдунов оставили службу и покинули Новый Лондон. То есть получается, тот колдун в такой же красной одежде, которую мы увидели в Новом Лондон, он продолжает охранять печать, чтобы не вышли какие-то темные духи, четыре короля. И они также известно, что эти хранители были известными целителями. Ну, он ведь предлагал, по-моему, снять проклятие, да? Что ж, пожалуй, больше ничего нового. И, может быть, вот этот... А почему мы снова не можем быстро бегать? Ах да, мы сняли кольцо Хавала, без которого доспех слишком тяжел. Да, гораздо лучше. И привет, что ты нам расскажешь? Ты просто сидел здесь и все наблюдал, да? It snores, and its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. А о чем это ты? Я тебя совершенно не понимаю. That stench. And I was really beginning to like it here. Maybe it's time I do something about it. Maybe it's time. Так, больше он, похоже, ничего не скажет. Что у нас есть еще здесь? Здесь есть колдун, может быть, он что-то знает. Oh, hello. Well, you certainly are keeping at it. Myself, I'm fine. Let's get started straight away. Have you heard of Big Hat Logan? Master Logan is a great sorcerer and my teacher. Both of us came to this land as undead. But one day he departed, leaving only a note. I suppose he wished to keep me out of harm's way. But where does that leave me? I have dedicated myself to sorcery.
but Master Logan could find no use for me. Может быть, ему просто не нужны были неумелые ученики, попадающиеся в ловушку в комнатах, да? Yes. The note that Master Logan left, it only said he would travel to Anolondo by way of Sen's fortress. I can only guess that he seeks the regal archives. For Master Logan is a tireless pursuer of wisdom. Wisdom trumps all. Everything else is hogwash. When the curse turned him undead, I'm certain that he only felt it was the perfect chance to visit this land. I only wish that I had his courage. Two things are required for first, second, then you will be... Oh, and don't... Two things are required for... Так, здесь все понятно. А этот парень, может быть, что-то расскажет новое. Привет, ты не знаешь, что случилось с хранительницей? Oh, I'm sorry. Sometimes I lose my... А он ничего нового рассказать не может. И его путники, спутники его так и не вернулись. И кто-то здесь сильно чавкает. Да. Пиромант. Нет, ты мне лучше расскажи, что случилось. Что ж, он не расскажет ничего нового и... Develops right along with his skill. When I gave you that flame, I... Здравствуйте, а это что, новый босс? Вот кто чавкал, и вот кто здесь ухал. Ухал. Ага. Нужно крылья. И кто ты? А на ворону прицеливаемся, на него не прицеливаемся. Поговорить с этим. Он жутко челюстями клацает. И вообще тип совершенно неприятный. Привет. Неприятный тип. Hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frant, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Ну что ж, хоть кто-то что-то пытается нам рассказать. Ты что ли должен открыть нам то, что должно открыться после того, как позвонили в оба колокола? Конечно, да. Да. Very well. Then I am pleased to share. Chosen undead. Your fate is to succeed the great Lord Gwyn. So that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anolondo and acquire the Lord Vessel. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Ну что ж, мелочиться не будем, станем преемником Гвина и спасем всех от проклятия нежити. Всего-то для этого нужно отправиться Фанор Лонда и получить чашу. Так, ему можно скармливать титанит зачем-то. Ну и может быть что-нибудь скажет.
seek the realm of lords must brave Sen's fortress, a deadly house of traps. Many have gone before you, but not fate. Что ж, больше ничего не рассказывает. Скормите предмет. Ага. Ему можно за души продать что-то ненужное. Так получается. Что ж, отличный способ избавиться от хлама. Быстренько отдаем все ненужные вещи. Пущай ест проглот. Интересно, большой меч кристалла всего одну душу, а... За поломанные мечи аж... Аж 50. Что ж, здесь вроде бы все. И что мы узнаем в конечном итоге? Мы узнаем, что кто-то убил хранительницу огня, кто непонятно, при этом пропал этот рыцарь в жалких доспехах, если не ошибаюсь, Латрек. И что-то он такое говорил, что пришла пора отправиться наверх. И здесь она уже достаточно послужила мне. И не скучно, что именно он, получается, это сделал, да? И... Так, посмотрим, что это. Ага, черное око позволяет вторгнуться в мир убийцы-хранительницы огня. Сфера, которую мы нашли на теле хранительницы, позволяет вторгнуться в мир убийцы-хранительницы огня и победить виновного, чтобы освободить ее душу. Черное око всегда смотрит в сторону города богов Анор-Лонда. То есть, да что, нам нужно сначала до Анор-Лонда найти, чтобы... вторгнуться в мир и отомстить за хранительницу, да? И я сейчас взял бинокль, потому что там, если я не ошибаюсь, что-то... Да, пойдем все равно сходим и посмотрим, что это было. Уже потом отправимся... уезду нежити. Собственно, больше-то нам идти, пожалуй, пока некуда.
Да, это же этот парень из глубин. Что ж, спрыгаем к нему. Да, все равно стал гораздо более ловкий. Помнишь все равно, как в самом начале этот мост был для тебя непреодолимым? Привет, ты теперь здесь поселиться решил, да? Hi, Shemai. I didn't expect to meet anybody here. I suppose great minds think alike, eh? Да уж, великие умы. I'm afraid I don't see anything here. А что, ничего нового у тебя не появилось, да? Отмычка, разве что. Но у нас уже есть, поэтому... Well, that is a shame then. But no matter. No, not Ну, to по worry. крайней мере... Come back again. I'm all with you. Да, по крайней мере, не придется теперь к нему бегать в глубины. Хотя сейчас уже его кристальные, хрустальные мечи, они не так уж необходимы. Ну, или правильнее сказать, они совершенно более не необходимы. Наш меч гораздо лучше. И... Что ж, бежим в уезд нежити. Может быть, там найдем чуть-чуть больше ответов на свои вопросы. Сажаемся к костру. Да, совершенно верно. Ворота открыты, но для начала сходим к кузнецу и посмотрим, может быть, он что-то сможет нам рассказать. Нет, он ничего рассказывать нам не хочет. Кстати, зубчатый клинок призрака. Ранее как-то так на него мы смотрели сквозь пальцы, но урон у него достаточно сильный, наносит кровотечение. На самом деле очень-очень интересный клинок, но может быть в другой раз как-то. Щит черного рыцаря усиливается мерцающим титанитом. Не будем спешить, титанита этого мало, у нас может быть пригодится когда-нибудь для чего-то получше. И катану мы можем улучшить катану. Нет, потому что нету осколка титанита. Значит,
Надо прикупить. Пропустили? Да. Двух не хватает. Может, надо было сделать грубую катану? Ну, как бы то ни было, посмотрим, что за оружие у нас получилось. Достаточно неплохо, хотя грубая катана могла бы быть, наверное, и поинтереснее. Ну что ж, оставим это на потом. Пока продолжаем двигаться, опять же, в привычном для нас виде доспехи с золотыми солнцами и с привычным для нас мечом. А да, только возьмем талисман. Что ж, прошлая серия получилась достаточно длинной. Это, судя по всему, будет короткой, но хочется начать следующую серию уже с того, чтобы пойти в эти открывшиеся ворота. И куда мы бежим все равно? От костра же вход. Да. Но буквально прежде чем заканчивать эту серию, заглянем буквально одним глазком. Так и не удалось понять, что необходимо, а точнее, что случилось с хранительницей, что необходимо сделать, чтобы найти того, кто расправился с ней. Но что мы узнали? Наша задача — стать преемником лорда Гвина, избавить всех от проклятия нежести, но для этого нам нужно получить какую-то чашу и для начала пройти через крепость Сена, если не ошибаюсь. И, судя по всему, вот она, эта крепость. А через нее и нужно пройти, чтобы добраться таким образом до Анор-Лонда. Есть капкан. Да, крепость Сена. Совершенно верно. Крепость Сена, в которой берегись капкан. И... здравствуй, капкан. Что? Как он умер? Он же вот прыгнул, собирался напасть на нас и... Какая-то ловушка, да? Какие-то стрелы, по-моему, в него прилетели. Ага, вон еще один. Подходим сюда, и может быть еще. Нет. Какие-то гигантские змеи. Это же наги. Да, классические японские наги. Так, с этой стороны все понятно, а с этой что-то лежит. И рыцари. Нет, это статуи просто. Кусок камня, на который надет доспех.
хороша, отважного воина. Ну что ж, крепость Сена, в которой проживают ни много ни мало наги. Крепость Сена остается на следующую серию. Сирано прощается с тобой, зритель. До скорых встреч. Заглядывай на наш канал и... И что? Что Сирано? Справишься с этой крепостью? Или зрителю опять придется смотреть миллионы, миллионы щелканий твоего счетчика? Ну, что ж, постараемся не накрутить счетчик выше всякой меры. Давай, Сирано, прощайся еще раз с зрителем и скажи ему до скорых встреч.